Седьмой международный симпозиум «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» будет проходить на базе нашего университета с 1 по 8 июля. В рамках симпозиума пройдут различные открытые дискуссии на темы всего спектра научных достижений. Сейчас очень много происходит важных изменений именно в системе, в технологии конструирования, проектирования зданий. Это очень актуальные сейчас вопросы, поэтому вот эти все вопросы сейчас и будут обсуждаться в течение 3 дней. И после этого еще 2-3 дня будут мастер-классы по применению этих технологий. Симпозиум организован Российской академией архитектурно-строительных наук. На это масштабное мероприятие прибыло более 300 человек из разных городов России и стран зарубежья. Анастасия Попович, Николай Попов, Сибстрин ТВ.